Сегодня в нашей библиотеке проходит конференция «Первая мировая война в памяти вологжан». На эту конференцию приедут представители различных организаций Вологодской области, которые занимаются изучением участия их уроженцев в Первой мировой войне. Я хочу сказать, что интерес к Первой мировой войне, он в течение 100 лет, когда началась эта война, он был очень таким слабым, и сейчас он возрождается. По предварительным спискам около 200 тысяч вологжан принимало участие, и из них 1000 награждено, стали героями. Нам сейчас известны фамилии 30 тысяч убитых, раненых, пропавших без вести, умерших от раны болезней представителей различных уездов Вологодской губернии, и в том числе некоторых уездов Новгородской губернии, которые вошли потом в Вологодскую область. И мы представляем различную литературу по истории Первой мировой войны. У нас представлены издания периода как раз этой войны, которые отражают взгляд современников на войну, да, в том числе иллюстрированы. У нас представлена литература об участии вологжан, об истории войны через 100 лет, вот, об офицерском корпусе, художественная литература о Первой мировой войне. Украшением выставки послужили фотопортреты вологжан, участников Первой мировой войны, представленные Вологодским военно-историческим обществом. У нас в семье, так сказать, ну, в деревне, вот то же самое, так сказать, все эти фотографии наследников, так сказать, родственников наших были на стене. Это как, так сказать, стена славы можно назвать, понимаете? И уже даже маленький ребеночек, так сказать, начиная с такого уже понятия, что с 3-4 лет он смотрел и спрашивал бабушки, а это кто? А он что хорошего сделал, понимаете? Это воспитательный смысл имеет очень большой.